8 сентября в единый день голосования состоятся выборы депутатов Совета Слаянского городского поселения и депутатов Советов 14 сельских поселений Слаянского района, а также выборы глав Кировского, Прибрежного и Черноярковского сельских поселений. С завтрашнего дня кандидаты могут размещать свои предвыборные материалы в печатных СМИ и электронных. Августа прошла жеребьевка. Значит, в жеребьевке могут принимать участие все кандидаты, но в отличие от прошлых выборов, у нас есть немножко изменения в законодательстве, поэтому бесплатная площадь в газете и на телевидении предоставляется только лишь кандидатам, выдвинутым на должность главы поселения. На муниципальных выборах всем кандидатам в депутаты, независимо это городское или сельское поселение, предоставляется площадь в газете, но только на платной основе. Бесплатно это предоставляется только лишь, я сказал, кандидатам на должность глав поселений.